Тамбовщина на 4 дня окунется в мир музыки. Сегодня в областном центре стартовал международный фестиваль имени народного артиста Советского Союза Виктора Миржанова. Одно из главных событий этого фестиваля – конкурс исполнительского мастерства пианистов колледжа имени Миржанова. 13 конкурсантов исполнили по 2 разных характерных произведения. Жюри в первую очередь оценит профессионализм, соответствие стиля исполнения и убедительность трактовки. Имя Виктора Карповича Миржанова стимулирует пианистов на подготовку. Это особая ответственность – выйти на сцену, где играл Виктор Карпович, которую он очень любил, и сыграть 2 произведения – но это очень ответственно. Я в течение начала вот этого семестра всего готовил 2 произведения к этому конкурсу, Чайковского и Гедики. Что-то получалось, что-то не получалось. Конечно, за время все выросла техника. Теперь уже лучше. Надеюсь на лучшее. Имя Виктора Миржанова тесно связано с Тамбовым. Здесь он родился и учился в Тамбовском музыкальном училище. Работая в Московской консерватории, активно участвовал в музыкальной жизни малой родины. Он был инициатором проведения международного музыкального фестиваля имени Рахманинова. В 2014 году на открытие фестиваля памяти Миржанова ТГМПИ был передан рояль, который пианист завещал музыкально-педагогическому институту.